Северодвинская добровольная народная дружина «Каскад» признана лучшей в регионе по итогам 2016 года. Всего за прошлый год по области ДНД совместно с полицейскими на дежурство заступило более 3000 раз. Раскрыто 11 преступлений, задержано 9 подозреваемых. Теперь о происшествиях смотрите рубрику «Протокол». «28-летний мужчина отлетел словно манекен после встречи с Toyota Land Cruiser 200. ДТП с участием трех машин произошло на перекрестке Архангельского шоссе и улицы Подводников. По данным госавтоинспекции, 53-летний водитель Toyota при повороте налево на зеленый сигнал светофора столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. «Лада» двигалась во встречном направлении по Архангельскому шоссе. После столкновения иномарку отбросила на пешехода, а затем на Renault Duster. Пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения. По факту данного ДТП в настоящее время проводится проверка. Будет проведена экспертиза, установлен вред, нанесенный здоровью потерпевшего. И в результате проверки будут установлены виновные лица, виновные в ДТП, привлечены к ответственности. По предварительным данным, в результате ДТП пешеход получил ушиб правого виска, плеча, бедра и нижней челюсти. Медики помощь ему оказали на месте. В Северодвинске накрыта нелегальная точка продажи этилового спирта. Алкоголь продавал 40-летний безработный северодвинец на советских космонавтов 16. Изъято около 1 литра спирта. Поясню, что зашли торговлю недавно, значит, если не ошибаюсь, около 2 недель. Был выявлен гражданин, который, значит, закупил у него данную жидкость. И, значит, после уже, значит, покупки данный факт был задокументирован. Было где-то около 1 литра спирта. В отношении нелегального продавца составлен протокол. Ему грозит штраф от 1,5 до 2000 рублей. Продукция направлена на экспертизу. Если ее признают опасной для здоровья, мужчине может грозить уголовная ответственность.